Это кафе, находящееся в районе автовокзала, знакомо многим горожанам. На днях посетили его и специалисты Чистопольской алкогольной инспекции. В ходе работы мобильной группы они совместно с сотрудниками исполнительного комитета муниципального района выявили в данном заведении факт нарушения законодательства. У кафе отсутствовала лицензия на имеющуюся в нем алкогольную продукцию. Никаких товаросопроводительных документов проверяющим также не предоставили. Бутылки с элитным алкоголем были выставлены на витрине. По словам работников заведения, они находятся там для декора и не продают их посетителям. Но, по словам специалистов, закон запрещает не только продажу алкогольной продукции без лицензии, но и ее хранение. В настоящее время материал проверки находится в стадии производства. Организация грозит штраф в сумме от 100, это по одной статье от 100 до 150 тысяч, а по другой статье от 200 до 300 тысяч рублей. Также будет привлечено к ответственности должностное лицо. Штраф на должностное лицо будет наложен от 10 до 15 тысяч рублей. Лицензия на право розничной продажи алкоголя у этого кафе была, но ее действие было прекращено Госалкогольной инспекцией по заявлению организации «Алкоград» еще в середине марта. Однако руководство заведения то ли по незнанию, то ли умышленно, как говорят проверяющие, не предприняло необходимых мер по соблюдению действующего законодательства. Вся алкогольная продукция в ходе проверки была изъята специалистами Госалкогольной инспекции.